Саши Северный, опосредованно с ним знакома вся страна. Это именно про него Михаил Круг написал свой «Владимирский централ». Владимирский централ, ветер северный, и запом из Твери, но не мирно, лежит на сердце тяжкий груз. К первой версии хита даже слова были другие. «Владимирский централ». Саша Северный, но потом Шансонье заменил имя на ветер, говорят, по просьбе самого вора. Зачем законник приехал в Петербург, милиционеры не сообщают. Известно лишь, что у него изъяли наркотики. Два шприца с готовым раствором героина. Теперь он, скорее всего, опять отправится за решетку, но ему не привыкать. Северу 59 лет, и 20 из них он провел в заключении. Вот пальцем до пяток, здесь в росписях. Говорит правильным, хриплым голосом. Ему нравится фраза Жеглова.